Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова. Сегодня я вам расскажу свои топовые продукты, их будет всего 10, из каталога Oriflame номер 17. Это заключительный каталог в 2020 году, он действительно очень крутой, много скидок, классных предложений, наборов, глаза разбегаются, столько всего хочется заказать и одарить всех своих близких, друзей и родственников. Итак, я вам покажу, на каких страничках я особенно буду акцентировать свое внимание, чтобы, как говорится, не было такой расфокусировки, потому что когда клиент листает каталог, особенно первый раз, то ему очень трудно ориентироваться, что здесь хорошо, что классное, где самые выгодные большие скидки. Поэтому я всегда делаю такие подсказочки, на которые человек смотрит и думает: так, это мне подходит, это нет, и так далее. Я выбираю продукты разной ценовой категории. Все время говорю, что есть люди, которые выбирают подарки, и они просто шикуют, они могут и за 1000, за 1500 делать, и выше по цене набора, да, собирать. А есть люди, которые собирают себе подарочки, которые вот, ну, чисто символические, то есть подарить вместо шоколадки, да, например, просто что-то нужное, дельное. Вот, поэтому я именно таким образом и делю странички. И первая страничка посвящена наборам с ароматами. Дело в том, что многие любят дарить ароматы, и есть в Oriflame такие парфюмы, о которых знают все, то есть это такие легендарные парфюмы. И на первой же страничке нас ждет Eclat Weekend, Eclat Femme Weekend. Очень нравится этот набор, и получается, что аромат и крем для тела парфюмированный красивой коробке стоит всего 1299 рублей. И на следующей страничке точно такой же полноценный набор с ароматом мужским, Eclat Femme Sport и дезодорант за 1199 рублей. Почему эти странички очень впечатляют? У меня есть клиенты, которые выбрали этот аромат, когда он стоил 1600, а потом подглянули вперед и увидели, что он будет вот такой вот доступный, и решили не отправлять заказы заранее, а подождать, когда будет такое классное спецпредложение. Поэтому вы тоже смотрите, это очень выгодно и удобно. Следующая страничка. Здесь у нас получается, мы можем собирать набор разной ценовой категории. Здесь у нас крем для рук, пена для ванной, мыло, мочалка с ароматом карамели в яблоке. И если листнуть на страничку раньше, здесь есть еще такое желтенькое мыло, которое тоже хорошо, кстати, сюда подойдет, потому что здесь есть зеленое, здесь в упаковке зеленое, то есть как бы будет красиво сочетаться. Итак, что мы можем компоновать, какой набор? Смотрите, если вам говорят, что, ну, в пределах там 100-150 рублей, мы берем крем для рук и мыло. Если набор на 300 рублей, то мы берем пену для ванной и мочалку, да, то есть получается красивый такой набор. Или, да, мы компонуем сразу все вместе, то есть пену, крем, мыло, мочалку, все это укладывать можно в красивую корзиночку. То есть это такой набор, который будет падать, и его надо ставить на что-то, да, в какую-то укладывать платформочку. Поэтому можно приобретать недорогие корзиночки, такие поддончики, в какую-то там мишуру укладывать. То есть вы можете добавлять, как я делала, я брала грецкие орехи, красила их золотой краской, они быстро высыхают, такая краска специальная, она прямо из распылителя, то есть на следующий день уже можно делать с ними упаковку. Я насыпала несколько орехов, они такую создают праздничную атмосферу. Можно приобрести недорого какие-то снежинки, то есть то, что вам нравится. Можно конфетки, кстати, красивые новогодние упаковки, и добавлять в подарочные наборы конфетки. Это недорого, это не сильно удорожает набор, но это выглядит празднично. Потом я беру просто слюду, обычно в отделах, где, например, рынки цветочные, там обязательно есть отдел упаковочных товаров.
Вот если у вас есть цветочный рынок, загляните туда, спросите, а где здесь упаковку можно, да, оптом покупать. И я покупаю прям рулончики, а там их много, по-моему, 20 метров. Я беру красивую новогоднюю слюду, то есть прозрачную, чтобы сверху были какие-то снежинки, ленточки, просто можно взять золотую ленточку, и вот это все. И там, кстати, поддончики продаются, там есть абсолютно все. Укладываем слюдой, бант привязываем, и получается красивый праздничный набор. Следующая страничка, то, что мы будем рекомендовать активно. Вот я выбирала, ну, в общем-то, вот такие вот сапожки, валенки домашние. В прошлом году, по крайней мере, были аналогичные, а может быть, даже точно такие же. Они все ушли просто в миг. Я хотела дочке такие заказать, потому что мы когда жили на квартире, у нас там были холодные полы, и сейчас-то нам они не нужны, такие сапожки, но там они были бы актуальны. Я не успела, и мои клиенты, которые разглядели это ближе к Новому году, тоже остались без таких вот красивых чудесных валенок, поэтому я их буду сейчас уже рекламировать. Следующая страничка детская. Мы не забываем, что у нас есть малыши, которые любят мультики, и мне нравится, что у нас в Oriflame создают коллекции для детей на базе мультгероев, которые сейчас модные, такие вот прям актуальные, дети их любят. Поэтому здесь у нас несколько продуктов. Есть аромат детский, далее гель, шампунь для волос и тела, мыло. И тоже мы можем формировать 2 или 3 продукта, или один, то есть по бюджету, сколько наши клиенты рассчитывают. Тоже обязательно продумайте упаковку. Следующая страничка — это тональная основа Giordani Gold. Вот вы знаете, если даже девушка не пользуется тональной основой, то к празднику всегда хочется выглядеть лучше, и мы предлагаем ей минеральную тональную основу, которая чудесным образом выравнивает тон лица. Она простая, легкая в применении, вот такая вот тональная основа. Я, кстати, ей пользуюсь, мой оттенок фарфоровый. Она удобная, то что с дозатором, ее надолго хватает, она экономична, и самое главное, помимо того, что она делает лицо сияющим, красивым, ухоженным, она еще действительно ухаживает, потому что в ней содержатся специальные компоненты, которые делают лицо моложе, свежее, да? Ну, то есть девушка выглядит сразу эффектнее, красивее. Следующая страничка. Кстати, в серии Giordani Gold у нас очень много классных предложений, и помады, и хайлайтер, поэтому смотрим внимательно и предлагаем. Та-дам! Эта страничка с ресницами, магнитные ресницы. Они вот у нас идут сразу в красивой коробке. Коробочку тоже можно упаковать, либо взять такую специальную фольгу упаковочную, либо крафтовую бумагу, то есть обернуть скотчем, все запрятать, все уголочки, прилепить какую-нибудь наклейку новогоднюю, бант, какую-то снежинку. Сейчас очень много я видела, вот у нас в городе читающий Саратов, там есть отдельный стенд, где из дерева вырезаны красивые новогодние снежинки. Я себе накупила такие тоже для подарков. Потом магазин есть Fix Price, там есть отдел новогодней упаковки, и там тоже красивые снежинки из соломки с красненькими ленточками. Как это эффектно смотрится на крафтовой бумаге, это просто супер, потому что в прошлом году я именно такую делала упаковку. Все, оборачиваем, дарим. Чем хороши эти ресницы? Они просто шикарные, я их клеила 6 раз уже, 6 раз. Они как новые, им ничего не делается, подводка еще не закончилась, я думаю, ее там много. И эти реснички, они вообще не портятся, то есть я их сколько таскаю, да, и на улицу, и дома, просто на видео одеваю. Сегодня не стала их специально наряжать, чтобы вам их показать еще раз вблизи. У меня на канале есть обзор, как я их распаковываю, первый раз делаю, приклеиваю. Посмотрите, чтобы лучше дать рекомендации одариваемой девушке, как ими пользоваться. Так, дальше следующая страничка. Кстати, тут есть 3 варианта, поэтому можно выбирать на любой вкус. Далее я выделила тени, я выделила вот эту страницу с тенями Рефил. Просто я их сама обожаю. У меня практически всегда макияж сделан с этими тенями. У меня есть еще 2 оттенка, но они у меня не очень популярны, я их отложила, потому что я их заказывала, когда была брюнеткой, и я тогда такими пользовалась оттенками, сейчас нет, и я их просто отложила в сторону.
Чем удобна эта палетка? Вы можете собрать на свой вкус тени, те, которые вам нужны, те, которые вам подойдут. Потому что обычно, когда нам дарят или мы покупаем целый набор, то, как правило, используется из набора меньше половины оттенков, остальные просто не нужны, они не подходят, мы такие не принимаем, да, вот, но не нравится. Поэтому мы набираем ту композицию, которая нам нужна, которая нам подходит, и укладываем ее в магнитную палетку. Также рекомендую всегда брать праймер, потому что тени лучше всего наносить на основу, которая их примет, на ней хорошо тушевка делается, и тени смотрятся настолько классно, они долго держатся, такой макияж будет всю новогоднюю ночь смотреться просто идеально. Поэтому тени я выделила, тем более что здесь прям классный выбор. Следующая страничка — это моя любовь, просто любовь с большой буквы. Мы собираем наборы из серии Essence Eco, и здесь у нас есть жидкое мыло, например, и лосьон для тела. Посмотрите, как это респектабельно, круто выглядит, это настолько классно смотрится в ванной. И как раз мои любимые ароматы — шалфей и ирис, и лимон и вербена, я их просто обожаю. То есть вы собираете, опять же, комплекты по желанию, можно один продукт подарить, это тоже будет очень круто. Здесь натуральные эфирные масла, ароматы настолько просто очень вкусные, я даже не знаю, какое слово подобрать, очень вкусные, качество, это лучшие продукты в Oriflame, которые я обожаю, всем рекомендую. И также можно упаковать, просто купить пакеты. У нас, кстати, в каталоге вы также можете заказать пакеты с большими скидками, такие праздничные, новогодние, там три варианта, и просто поставить в пакет. И, например, веточку елочки воткнуть, да, или какую-то еще игрушку, или горсть конфет туда с красивыми золотыми орешками. То есть, в общем-то, сделать настроение, создать очень просто и легко. Следующая страничка, конечно, я не устояла, все захотят сделать себе красивые губки, а с нашими блесками, которые я просто обожаю, я наберу себе несколько новых оттенков. Вот так они выглядят, у меня пока два. Мой любимый, конечно, это бежевый глянец, по-моему, он так и называется, сейчас точно скажу. А, глянцевый бежевый мой любимый. Реже я пользуюсь сияющим розовым, в основном только летом, а очень хочу себе взять сияющий коралловый, и мне нравится сияющий нюд, и мне нравится, сейчас скажу, какой еще цвет, глянцевый розовый, вот я какой хочу, и я все хочу, мне они так нравятся. И самое интересное, что в этом каталоге они идут с огромной скидкой, всего 149 рублей, то есть по цене хорошей шоколадки. Но поверьте мне, вот, например, глянцевый бежевый — это беспроигрышный вариант, он подойдет абсолютно любой девушке, и вы не ошибетесь, вы подарите ей, и она будет в восторге. У меня, когда я крашу губы этой помадой, меня все спрашивают: а что у тебя на губах, покажи, что у тебя на губах. И вот у меня очень часто ее заказывают, и уже сейчас она есть в заказе. И последняя страничка, здесь, конечно, хочется и новые лайки отметить, и новые карандашики. И следующая страничка — это тушь, новая тушь Индиго, вот это вот в праздничной упаковке с блестками. Или вы можете, если вы берете, например, блески, то заказать со скидкой классическую тушь 5 в 1, серия The One 5 в 1. Чем мне нравится эта тушь? У меня сейчас как раз на ресничках именно вот эта новая тушь. У нее интересный эффект, есть дуохромный эффект. Вы знаете, вот так вот сильно не видно, что здесь вот есть блестки, но когда падает свет, например, яркое солнце или яркое освещение праздничное будет новогоднее, то видно, какие-то вот идут переливы, и все равно вот она как-то по-другому смотрится, более что ли объемно как-то, вот, ну, мне очень нравится. Во-вторых, у нее чудесная кисточка, это самая бомбическая кисть, которую я пробовала, мне она нравится больше всех. Она и удобная, она и реснички хорошо прокрашивает, она их делает и объемнее, длиннее, укладывает веером, и самое главное, что в ней хорошие ухаживающие компоненты, и наши ресницы не портятся под тушью, а наоборот сохраняются. Так что вот мои рекомендации, всего
10 продуктов я выбрала, больше не стала, потому что мне это в принципе нравится весь каталог, но задача расставить акценты, сфокусировать внимание, привлечь внимание, чтобы люди быстро определились с выбором подарков. Что я вам хочу сказать в завершение: будьте креативные, помните, что это праздник чудес, творите, дарите подарки, будьте щедрыми, предлагайте разные классные варианты, креативьте. Ну что еще сказать? Напишите в комментариях, может быть, какие-то есть у вас рекомендации, как вы собираете подарки, делаете оформление. Я думаю, что всем будет полезно, потому что комментарии многие читают. Я, например, очень люблю читать комментарии, порой они интереснее, чем само видео. Поэтому пишите, будьте щедрыми в этом плане. Если видео полезно, ставьте лайк. И до новых встреч! Всего доброго вам! С наступающим! Пока-пока!